Всем привет, мои дорогие! То все будни, 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 а вот это вот красота! Батуми Санаса, иди в Нашке Батуми. Из Батуми с Нашкемом. Просто повод погулять. А вот и мой сыночек. Я счастлива. Друзья мои, вам повезло. Знаете почему? Потому что я пришла в этот магазин. Мы были с мужем в больницу ездили. И вот возвращались как раз. И сюда вот муж меня привел, потому что я очень сожалела, что не показала вам. На что мы обратили внимание в тот раз? Вот на этот большой чемодан, сумку. И почему мы зашли? Потому что тут пахнет кожей. Посмотрите. Видите, вот этот мужчина и этот нас привлек. Так что я вот, смотрите, хочу вам вернуться сюда и показать вам. Показать хочу вам этот магазин. Сейчас спросим, если они не против будут. Вот эти сумочки покажу вам. Классные, правда? Так, вот магазин. Смотрите, какие ремни красивые. Настоящая кожа. Видите, кожа, кожа разных цветов. Я же вам говорила, что это просто видеобомба. Так, в какую цену они? Смотрите, здесь цены написаны. Букемер не кадар кемер. А, бурада язды? А, учу зирмибеш. Вот скидки здесь говорит. Все 325. Так. Смотрим, маленькие сумочки. Тут также эти ремни. Кошельки. Мужские кошельки с этой стороны. Просто обалденно красивые. Вот эта вот сумка такая. Обалдеть. Мне нравится. Не знаю, как вам. Очень интересные вещи. Особенно, вот смотрите, какие сумки. Видите? Очень мне нравится. И вот такие. Нужно иметь. Очень мне понравилось. Для компьютера. Вот, пожалуйста. Надо кожаную для компьютера. Будери, хэбдери. Фильмы. Давайте посмотрим, сколько стоит. Тут, в принципе, говорят, сейчас скидки у них. Но они, конечно, копируют какую-то марку. Вот смотрите. Написано. Фортуна. Что-то цену я не вижу. Ладно. Вот написано 3645. Вот такой, смотрите. Люкс. Люкс Дана. Да. Так. Это сумочка. 1950. Вот смотрите. Как раз на компьютер. Ну ладно. Вот то же самое со мной произошло и в тот раз. Я начала и не могла остановиться. Смотрите, какое разнообразие. Там вот эти чемоданы. Видите? Эти тоже замечательные. Так, почем? 1600. Такую для мужа. А это какая? Ой, я не могу, мне так все нравится. Смотрите, какая замечательная сумочка. Такой цвет красивый. Ну просто очень классно. Так, я увеличила чуть-чуть камеру. Вернемся в обычный режим. Это желтенькая стоит $105. Вот. Уже на доллары некоторые продаются.
Это стоит 3300. Я вам, помните, рассказывала, обратила внимание на витрину, на вот эту сумку. Она стоит 105 долларов. Есть маленький клатч. А какие они классные, смотрите. Во-первых, ремешок, во-первых, столько тут отделов. Ой, как мне нравится. Видите, какая красивая цепочка. Вот, открывается. Ну, скажите, разве не хорошая? А эта сумка какая классная, зеленая, красная. В общем, у меня, вот и я сама. Сегодня решила одеть платье. Вот такие сумочки. Смотрите, вот такая сумочка стоит... Что? 500 тели. Ну, наверное, она может что из остатков. Или скидки. Смотрите, какая красивая сумка. За 500. Не может быть, блин. Каждый след замечательно. А тут какая, смотрите. Вот. Так, цена. 390. Будери де ильме? Учусь доксан язды. Чок учусь. А, ну это не кожа, а там какое-то что-то сочка сказал. Я не знаю. Ну, нормальная сумка за это, да? А вот такие рюкзаки, смотрите. Вот. Ну, конечно, сейчас не все будет кожа за такую цену. Это 2600. Видите, да, цена разного цвета. Ну, скажите, разве не классно? Вот эта сумочка тоже интересная. Так, она стоит 3920. Ну, красивая сумочка. Так, еще какие у нас есть модненькие. Вот это мне понравилось. Цена. Уже здесь будет указано. А вот. 3000. Такие рюкзаки. А вот сумки. Боже мой. Это не кожаные, а тканевые сумочки. Вам точно повезло, что мы сюда попали с мужем. Потому что я сейчас приду домой, выложу видео, которое предыдущее. И в этом видео вы все увидите такое. Ассортимент. Посмотрите, какие сумки. 2165. Очень оригинально. Очень. Смотрите, а эта маленькая стоит. Так, это стоит 1965. Как саквояжик. Вот это такая красивая тканевая. Так, она стоит 3420. Вы понимаете? Вот. Оригинальная легербот. А как тут, скажите, она нашита? Очень интересно. Очень красиво. А, вот. Все здесь есть. А это интересно, какая сумка. Вы видели? Гуччи такая появилась. Так, а это что? Друзья мои, это Тони Белуччи. И вот моя Тони Белуччи. Смотрите, и вот моя сумка, Тони Белуччи. Так, а это что написано? И сколько стоит это Тони Белуччи? Тони Белуччи, цена не написана. Ну ладно, неважно, но это кожа. У меня аж рука затекла. Посмотрите, какие еще фасоны. Очень красивые.
Луи Виттон, друзья мои, Луи Виттон, почем? 3250. Луи Виттон. Ив Сен Лоран, это Ив Сен Лоран. Луи Виттон, вот это у нас. Красиво очень. Так, эти сумочки почем у нас? 940, ну нормальные. Вот смотрите, маленькую сумку захотите. Вот кожа. Кожа. В общем, я поняла, теперь поняла, куда надо приходить. Смотрите, какие сумки шикарные. Глаза разбегаются. Так, цена, какая цена? Мой муж там разговаривает. Такой довольный, что мне показал. Разрешил. Так, вот эти сумочки. О, какие они классненькие. Цена на них 500 тенге. Это что так дешево? 550 тенге. Такие сумки интересные. Так, и вот еще. Смотрите, сколько стоит. 105. Эти по $100. Прада вот такая. Прада вот такая. Цена не написана. Вот такие у них кожаные куртки. Пальто. Прада. Интересная кожа. Так, а сколько стоит, не написано. Ну, красиво. Фортуна. Это дорогу с акварелью, такая сумочка, да, классно. Вот витрина там у них. Желтенькая, курточки такие. Так, а сколько стоит куртка вот эта? А, кожа какая, смотрите, обалденная. Очень классная кожа. $9320 вот такая куртка. $9320. Так, а мне мягенькая такое все. Так, это стоит $7320. 10 000 приготовьте. Вот. Дорожные сумки. В общем, красивый магазин. Так, вот такая вот, например, кожаная куртка. Видите, она как-то блестит здесь. С мехом. Это не кожаная, а заместитель. Как вареная кожа, наверное. Так, сколько, что здесь написано? Дыри написано. Сертификат есть. 2XL. Вот моя мама такой был фасончик. Цену не знаю, но мне очень все понравилось. В Батуми, когда я жила раньше, была мода у нас на эти, на куртки. Посмотрите, вот это дута теплая кожаная. Ну, вот это классная. Почем она? Не написано. Надо все спросить. А это? С мехом. Шимшела, что ли, здесь? Чуть-чуть есть. Ой, какой красивый. Цену надо спросить. Очень красивая. Легкая. Ну, да-да. Я раньше видела такие магазины в Стамбуле. Здесь не видела. Очень красивые куртки. Видите, вот тут показывают синий цвет. Разного цвета. Ашкем. Чопилиндиман. Тамам гидичи. Гидерис, гидерис. Чё гюзель магаза. Покажу вам сейчас кошельки, о которых я говорила. Вот это вот рыжая куртка.
4600. А, что-то дешево. Бешбенчок погалидий. Так, вот кошельки. Моего нету. Вот этот был такой, я вам рассказывала. Вот этот был и вот такой был. Ама, о, дыри мы? Дыри? Видите, слышали, да, что я спросила? Abla artık tanıdık birbirimizi ekstra indirim yaparım ben size. Hanım çanta istiyor ya bir ara. Şu kahveyi düzeltelim de. Çok güzel. Видите, сделает мне индирим. Сфотографирую вам магазин, Фортуна называется. Вот. И вот продавец тоже. Вот. Такой классный магазин, друзья мои.